Всем привет, с вами Оль 39, у нас вторая серия «Капитация бесплатного Франции». Сейчас разбираем организацию «Le Restaurant du Coeur», «Ресторанное сердце», так сказать. Ее создатель – это французский комик и актер Мишель Жерар Жозеф Калючи. Создал вот эту благотворительную организацию, в которой иностранные студенты, учащиеся во Франции, могут получить бесплатный обед раз в неделю. Также те люди, которые зарабатывают меньше 700 евро в месяц. Ну, примерно. Давайте начнем распаковочку. Так, мешок картошки. Картошечка вот такая примерно хорошая. Не знаю сколько. Два литровых молока, 1.5% жирности. Консерва 530 грамм горошек с морковкой. Два детских питания, два сока. Шесть яиц. Яйца, которые не на больших фермах, а по-нормальному, курицы разведенные. Так, я забыл, как это называется. Перловая каша, да? Перловая каша у нас... Не знаю сколько, но вот такая коробочка. Рыба. Не знаю сколько, такая вот беленькая рыба, да? Так, сахар песком, кило. Молодые морковки, бондюэль, консерва. Нашел еще пюре детское. Сок пюре. Томаты черри. Зубная паста Сенсудин. Чечевица, консерва, 400 грамм, 265 грамм. Два ломтика камамбера президентский. Кассуле, это фасоль с сосисками, консерва. Сардины в лимоне, без масла. Маленькие печеньки, галеты. Пакетик с яблоками, с киви. Два киви. Четыре яблока, один апельсин. Пол капусты. И еще мешок неплохой картошки. Картошки у нас уже столько. И напоследок 4
йогурта Данон обычных, простых, натуральных. Это была еженедельная раздача, распаковка еженедельной раздачи еды от Resto du Coeur. Вот так можно каждую неделю получать продуктовую помощь от Resto du Coeur бесплатно, если вы иностранный студент или зарабатываете меньше 700 евро примерно. Все, всем от души. Это был второй выпуск. С вами Вольт 39. У нас конкурс стартует самым активным подписчикам YouTube, зрителям Twitch и подписчикам в Телеграме. Будет разыгрываться на Twitch сапка, на YouTube YouTube премиум, а в Телеграме Telegram премиум на 3 месяца. Вот все подробности в моем Телеграме. Всем от души. Это второй видос. Ждите третий. Всем спасибо. Всем пока.